Ко дню города было приурочено и открытие Московского центрального кольца. В торжественной церемонии запуска принимали участие также Владимир Путин и Сергей Собянин. Президент и мэр столицы проехали по кольцу. Движение поездов началось со станции Лужники. Пока открыты 26 станций, еще 5 – Зорги, Коптево, Панфиловская, Соколиная гора и Дубровка – заработают в конце года. Напомню, в течение первого месяца пассажиры смогут ездить по МЦК абсолютно бесплатно. На время празднований по случаю Дня города центр Москвы стал полностью пешеходным. С вечера пятницы до утра понедельника перекрыты Тверская и прилегающие к ней улицы на отрезке от Маховой до Пушкинской площади. Пешеходными стали еще 9 переулков. Кроме того, на выходных нельзя будет проехать по участку Большой Никитской, Большой Дмитровки, Ильинки и Петровки. И сегодня же с полудня до 5 часов вечера для транспорта закрыты Цветной бульвар и Трубная площадь. А в воскресенье с часа дня до 5 полностью закроют Садовое кольцо.